Всем привет, привет, друзья! Я вас приветствую себя на канале. Спасибо, что зашли. Сегодня у нас уже давно так не было этих вложиков. Распаковочка будет с сайта Herb. У нас две коробки, две. Так что наливайте себе чай, кофе, сок, водичку с лимоном. И мы с вами начнем распаковывать. Тут есть и подарочки родным, и себе подарочки, и вкусняшки. Ну, соответственно, еще и уход, конечно же, тоже для нас красивых тоже есть. Вот, кому интересно, оставайтесь. И сейчас будем продолжать. Давайте начнем с этой маленькой коробочки. Сделаю две части, чтобы как бы вас долго не грузить, вы могли передохнуть и потом включить вторую часть. Вот, маленькая коробочка, но она такая тяжеленькая. Вот. Уф, заказала, что хотела давно-давно. Я сейчас выложу, мы с вами начнем. Ну, как обычно. Все, выложил, давайте с вами начнем. Начну шампуни. Мне кажется, немножко изменился дизайн этого шампуни. Я помню, по-моему, был какой-то немножко другой. Это Dessert Essence, итальянский красный виноград. Очень вкусный, помню, аромат был. Наверное, он здесь закрыт. Да, как всегда, видите, тут обязательно закрытая штучка. Ну, я помню, был просто прекрасный, просто был такой свежий-свежий виноградный аромат, но кроме виноградного этого аромата, что мне все-таки обратно, почему вернулось, волосы становились такие гладкие, плотные. Вот все, что я всегда замечаю в шампуне, чтобы волосы были не пушистые, такие мягкие, это как бы вот не мой результат, что я хочу от шампуня, а должны волосы быть такие гладкие и прям вот плотные, как бы вот... Плотность волос, мне кажется, за счет того, что как бы волос закрывается, вот этой вот шероховатости волос, волоска нету, он закрывается и становится такой плотный. И когда я его сушу, он такой прям, ну, блестящий, гладкий волосы. Вот, вот это точно шампунь. Но бальзам почему-то мне этого красного винограда не подошел, но шампунь очень классный. Вот бальзамов у меня и масок достаточно. А вот шампунь почему-то быстро заканчивается, ну не почему-то, а потому что я мою волосы 2-3 раза шампунью, а потом только наношу кондиционер или маску, вот. Поэтому шампунь просто улетает. Следующее, это у меня сыворотка, это по рекомендации Ксении Вебер, когда у нее брала индивидуальную консультацию, у меня на канале тоже есть консультация, которую она мне давала. Вот, и как бы я все сыворотки перепробовала, ну многие-многие, и все-таки возвращаю всегда свои сыворотки сам Байми с галактомисом, с витамином С. Ну, у Ксении спросила, ну какая хорошая прям сыворотка, вот, которую надо брать и все. И как раз эту сыворотку я ни разу не брала, вот я ее открыла, уже пару дней я пользуюсь. Это тут, во-первых, почему, какой плюс, тут три витамина в стабильной форме, витамина С. То есть она такая не кисляется, она не пахнет никакой аскорбинкой. Она абсолютно такая прозрачная, ну, естественно, она такая маслянистая, вот, но она абсолютно без одушек, абсолютно. Очень быстро липкость проходит, потому что обычно все сыворотки с витамином С, они достаточно так долгое время, ну, липкость создают, но потом при нанесении, когда закрываете крем, уже она как бы пропадает. Но вот именно вот в этой сыворотке был такой плюс, что именно стабильная форма витамина С и все три формы стабильных здесь в составе, то есть так и называется, трипл витамин С. Витамин С нам нужен, да, для кожи, знаете, для иммунитета кожи, для выработки коллагена, также постакне какие-то, да, пигментацию осветляет, кожа становится такая более светлая. Но именно стабильная форма С, чем она хороша, она не дает такой обесцвечивающий, ну, как бы высветляющий сильный эффект. Она именно подсвечивает кожу, иммунитет кожи дает, как бы увеличивает вот эти все функции регенерации кожи, но не дает такой прям вот как обычно в аскорбиновой форме витамин С, она осветляет сильно. Но вот кожа просто прекрасна, вот 3 раза я попользовалась, 3 дня, и потом я закрываю кремом. Сейчас у меня крем, я допользую крем I'm From, такой гелевый с витамином С, там растительно-фруктовые экстракты, вот, и вот эту сыворотку. Пока вот все... Пока очень все нравится. И то, что вот никакого одушки, аромата тоже нету, тоже хорошо.
храним всегда, прям я в этой коробочке и в холодильнике. Это вот лучше самохранение для витамина С. А следующее, как обычно, всегда кидаю вот эту сыворотку, которая прям очень-очень мне полюбилась, с чагой. Это пробничек, но его хватает на 3, даже мне иногда на 5 раз хватает. Вот, и он достаточно так выгодно покупать, там что-то со скидкой было, $7 минус скидка, в общем, 6 с чем-то долларов на 5 раз, супер-супер сыворотка, она настолько питательна, настолько вот кожу, она как бы вот дает такое, ну, как я люблю в коже, чтобы памп вот этот чувствовался, да, что кожа какая-то такая вот прям, ну, не высохшая такая скукожная, а такая прям хорошая должна быть кожа, прям с пампом таким тугором, прям плотненьким, да, плотненький такой тугор, который... Ну, то есть, когда вы чувствуете кожу такая вот, когда все-таки она обезвожена, да, немножко морщинится, она у нас так начинает сминаться. Вот, а когда мы ее хорошо увлажнили, дали питание, вот, она прям такая плотненькая-плотненькая, такая насыщенная какая-то. Вот, это я люблю, это на ночь сыворотка, я ее ничем не закрываю, тонер наношу, крем под глаза и вот эту сыворотку. Немножко хожу, не сразу ложимся спать, потому что эта вся сыворотка останется у вас на подушке. За час до сна я ее наношу, вот, классно очень работает. Купила уже, не знаю, 100-500 раз, вот видите, эту экстракт грейпфруктовой косточки, всегда беру в большом, 118 мл, это нам хватает буквально, наверное, ну, на год. Вот, уже предыдущая заканчивается, прям буквально капельки, я выжимаю утром деткам для поддержания иммунитета, 10 капелек, водичку, прям небольшой совсем стаканчик или компотик накапываю. Абсолютно такого ощущения какого-то там, ну вот, горькости грейпфрукта, но если только вы мало воды нальете. Я обычно в компотик наливаю или в чай какой-то травяной утром, и они даже не замечают, вот, и себе, и мужу, и деткам. И очень хорошо работают, правда, и все вот эти сезонные заболевания мы как-то это, так, или мимо проходим, или очень легко нас как-то они так касаются, вот, всем рекомендую. Ребенок запросил зубную пасту. А сейчас зубная паста у нас просто очень сильно летят прям со скоростью использования, так как у него, у старшего ребенка, брекеты, и после каждой еды, даже если он съел там, не знаю, яблочко, печеньку, он идет сначала, в общем, ирригатором, да, промывает водой, и потом все это чистит, чистит. То есть зубная паста очень много уходит, и он говорит: мам, паста закончилась, опять купи. Вот, я купила вот эту пасту Xilio White, она такая более мягкая мята, потому что есть зелененькая, она, по-моему, такая... Ну, достаточно жесткая покупала. Большая такая дозировка, тут, по-моему, сколько? 181 грамм. Вот, она такая достаточно мягкая мята. Так, настраиваемся. Вот, это достаточно такая мягкая мята будет. И большой тюбик хватит, я надеюсь, хотя бы на месяца-два. Да, вкусненько так пахнет. Просто свежей такой мятой. Не прям такой стронг, а вот хороший такой свежий мятый. С содой написано, with baking soda. Вот, и она отбеливающая немножко, и освежающая, соответственно. Купила хлорофреш, в этот раз взяла в таком формате. Обычно вы, может быть, знаете, кто меня долго смотрит, в бутылочках больших беру, где я столовую ложку на большой стакан воды. В этот раз взяла такой концентрат, написано на 83 сервировки, то есть на 83 стаканчика, там по 26 капелек на стакан воды. Но я просто беру пипетку, обычно там 26 не выходит, но где-то 20-23 капельки вот в пипетке в полной, и на большой стакан воды комнатной температуры 300-400 миллиграмм, который, да, миллилитров. И на голодный желудок выпиваю вот этот зелененький вкусный коктейль. Беру с мятой, то есть вкус такой получается зеленого чая с мятой выходит. Вот водорослями не пахнет, кто не пробовал, попробуйте, именно вкус с мяты берите. Абсолютно приятный напиток, зелененький, темно-темный, изумрудный напиток. Вот, хлорофреш, я думаю, хвалить не нужно, про него столько я отписала везде, говорила. Вот, это супер. Ну, первое, это, конечно, наш природный деодорант, да, он нас вычищает хорошо. Кровь очищает, насыщает кислородом кровь, выводит токсины, то есть мы как бы менее подвержены каким-то вирусам, бактериям, то есть хорошо вычищается. Я пью, например, недели 3-4 хлорофреш каждое утро, через 40 минут, но у меня выходит часа через 2 я завтракаю. Вот, и потом следующий месяц я пью яблочный уксус, который raw with mother, да, который с осадком, который
органик, роут, все такое вот, который для приема вовнутрь. Тоже столовую ложку на большой стакан воды на голодный желудок. И вот так это месяц уксус пью, месяц хлорофреш. При хлорофреше вы увидите прям, знаете, результат кожи. Она прям начинает очищаться. Не то, что вы покроетесь там прыщами, нет, она просто вот как бы начинает все эти воспаления закрывать, и она просто начинает светиться и очищаться. Увидите, кожа начинает просто быть чистенькой. Вот, соответственно, раз природный деодорант, это мы боремся с различными запахами. То есть, если вдруг какие-то запахи после спорта, они у вас будут просто уменьшаться, и деодорант вы будете пользоваться, ну, не знаю, через день, раз в день, и причем самый мягкий такой, да. Очень классная штука. И полоскать рот можно при вирусах всяких, если вы не хотите вовнутрь пить. Вот, но я пью, и очень даже уже, не знаю, лет 5, наверное, точно пью этот хлорофреш. Вот, классная штука. И уже практически многих подсадила. И подруг, и знакомых, и на работе у меня уже есть сослуживцы, которые тоже начнут применять этот хлорофреш. И, как бы, я думаю, результат заставит их вернуться снова и снова. Так, это очередные пластыри, которые покупаю постоянно. По-моему, парочку уже сын один комплект вытащил. Всегда лежит у нас. У него в ванной комнате, у меня в ванной комнате. Очень прозрачные пластыри на точечные какие-то прыщики. Держатся сутки. Можно душ принимать с ним. Он не уберется никуда. Даже если вы наносите макияж, он совершенно невидим, да? То есть ребенок может наклеить и в школу спокойно идти, даже и на лоб, и где-то мы здесь ему наклеили, он спокойно идет в школу, абсолютно невидим. Там сколько штук? По-моему, штук 20, наверное. Не помню сколько. Но вот этот самбами у нас самый любимый. Есть, были еще от Косарекс, но вот самбами самые-самые у нас рабочие. Мне они больше всех нравятся. Наконец-то, любила, любимый свой гидрофильный бальзам, я к нему опять вернулась. У меня долгое время было гидрофильное масло, я наконец-то закончила. Потом был гидрофильный бальзам, тоже обожаемый, это с инжиром от I'm From. Обожаю просто, я к нему тоже вернусь. И Хэмиш, это моя самая первая любовь, Сахёр была. Это очищающий бальзам, который просто тает тоже у вас в руках. Вот такой с крышечкой, он такой прозрачный, белый. Давайте откроем, здесь обязательно есть лопаточка. Вот, но почему-то лопаточка у меня всегда теряется, надо ее как-то не терять. И он, видите, вот такой абсолютно прозрачный, вы берете лопаточкой, соскребаете, он такая тающая текстура у него получается у вас в ладонях, и на сухую кожу лица, когда вы только, например, я обычно смываю мицеллярной водой сначала глаза, затем беру вот бальзам, в руках вот эту вот ложечку там, сколько мне нужно, вот так отщипнула ложечкой на руки, на ладони, в ладонях чуть-чуть разогрела и наношу на лицо, на шею, где вы наносили BB-крем, где вам надо хорошо очистить, и прям такими массажными круговыми движениями вы минуты 3-4 массажируете. В тех местах, особенно где черные точки, где может быть скопление себума было за весь день, вы как бы более так подольше останавливаетесь. Потом берете теплую воду, умываетесь, это бальзам превращается в такую молочную, получается, молочко даже я бы назвала такое, вы смываете, он не жирнит, и затем я еще обязательно умываюсь или пенкой, или гель для умывания, то есть смотря, что сейчас у меня в обиходе, сейчас у меня CeraVe, которое молочко превращается в пенку. Но я вам хотела показать, купила, вроде есть хорошая фирма, да, знаете, Pixi. Ну, многие продукты мне так нравились. И купила у нас в магазине, не на Хёрб, так на Хёрб не видела. Написано гидрофильное масло. Оно, видите, там еще с розовой солью морской. Pink Salt называется. Cleansing Oil. То есть вроде очищающее масло. Но это просто недоразумение какое-то. Вот я вас хочу предостеречь, если вдруг вы увидите где-то на просторах магазина у себя. Вот. Оно, во-первых, вы наносите, да, это получается такое жидкое маслице. Аромат, знаете, такой очень приятный, розмарина был аромат, потому что, по-моему, с розмарином он чуть-чуть, то есть такой травяной хороший такой аромат, но, да, розмарин прям какой-то, такая травка, вы наносите, когда на лицо, и потом начинаете смывать, и просто такая маслянистая пленка, которую невозможно просто смыть. Вы моетесь, и все, и у вас в жирной вот этой пленке, и все, и, соответственно, лицо в жирной пленке.
То есть гидрофильные бальзамы, они превращают вот это вот очищающее молочко, свою текстуру, и вы, когда умываетесь, вы уже не ощущаете никакой маслянистости, вообще нету. Это просто вот это вот пикси, очищающее масло, просто какая-то жирная пленка у вас на лице, и потом только двумя смываниями с гель для, или пенкой для умывания я начинаю вот это все смывать, эту жирную-жирную пленку. В общем, это просто жуткая какая-то смесь, для чего это вообще сделали, я не поняла. Вот, поэтому я это убрала. Вот из-за этого ждала очень сильно свой Хэмиш, который обожаю. Я знаю, что он смывается, идеально смывается, очищает хорошо, нету стянутости, сухости, хорошо и очищает. И такая вот приятная как бы остается структура кожи, она не сохнет, ничего, и потом я пенкой умываюсь. Вот, просто идеально. Вот, и последнее, что в этой посылочке, я купила витамин В, такой комплекс, это Garden of Life, это получается тут живые растительные витамины, вот, для энергии, метаболизма, но витамин В нам нужен просто как бы везде-везде, поэтому и я посмотрела, что у меня нет витамина с витамином В, и купила себе и мужу, мы с ним пропьем, здесь получается сколько таблеток нам, такая еще не открывали даже мы. Высокая концентрация, в общем, тут Raw B-комплекс, то есть 60 веганских капсул, и надо пить по 2 капсулы, то есть на 2 недели мы сможем, потом я, если что, еще даже куплю. Вот, но витамин В нужен нам везде, тут получается очень хороший состав. Витамин В12 есть, В6, и он все это взято из овощей, фруктов, в общем, это не химические, то есть вытяжки. Вот, попробую, я что-то пила как-то давно, Garden of Life, они именно делают витамины из фруктов и овощей, то есть именно такие живые, как бы свежие, raw, да, это живые. Вот, попью, вот такая была распаковочка. Вот, следующую распаковочку сейчас мы с вами передохнем и приходите еще, возвращайтесь на вторую часть распаковки нашей второй посылочки, коробочки. Так что всем спасибо, все названия продуктов будут внизу, также мой реферальный код, который работает во всех странах, где можете заказать сайт Ахер, где заказывается. Вот, также набирайте его, я вам благодарна, кто им пользуется. Также спасибо всем за комментарии, за поддержку. Всем здоровья, улыбайтесь, берегите себя. Пока-пока, до нового видео.